Президент Владимир Путин дал старт заливке фундамента Амурского газоперерабатывающего завода в Моногороде Свободный. Он необходим для поставок топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» и станет одним из крупнейших в мире. После запуска производства в 2021 году и выход на проектную мощность, объем переработки природного газа в России должен вырасти более чем на 50%. Завод также будет производить 30% всех продаваемых на мировом рынке запасов гелия и станет крупнейшим производителем этого газа в мире. Чендинское газовое месторождение, это будет поставка с него идти газа. Соответственно, строится «Сила Сибири». 20 числа декабря 2019 года планируется запуск магистрального газопровода. И, соответственно, газ, в том числе и на данный этот газоперерабатывающий завод, будет поступать с Якутии.